В Украине рынок подержанных авто вырос в 3 раза. По итогам 2017 года соотношение новых и подержанных легковых автомобилей на первичном рынке составило 59% на 41% соответственно. Первичный рынок подержанных легковых автомобилей в Украине в 2017 году вырос в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом, до 56 744 единиц. Об этом сообщает Ассоциация Укравтопром. Отмечается, что наибольшим спросом в минувшем году пользовались автомобили европейского происхождения, лидером которых стал Renault, возглавляя рейтинг 7 месяцев года. По итогам года продано 10 451 авто этой марки, большинство которых пришлось на модель Megane, 7 816. На второй строке годового рейтинга автомобилей Volkswagen, шестикратного лидера за 2017 год. Всего зарегистрировано 10 068 авто этой немецкой марки, самой популярной моделью которой стал Passat, 4 688 единиц. Автомобили Skoda, на протяжении года стабильно удерживающие 3-е место, зарегистрированы в количестве 6 768 единиц, а бестселлером стала Octavia, 3 638 единиц. Четвертая позиция весь год была занята маркой Opel, в итоге зарегистрировано 4 494 по авто, а наиболее покупаемой стала Opel Astra, 1902 единиц. Nissan, несмотря на ослабление позиций к концу года, в ноябре и декабре, 7-е место, в результате смогла удержаться в пятерке лидеров с показателем 2924 авто. Большинство зарегистрированных по Nissan'ов, электромобиль Leaf, 2008 единиц. Также сообщается, что в декабре на учете было поставлено 6 435 тысяч подержанных авто, что составило 41% общего количества первичных регистраций. А по итогам всего года соотношение новых и подержанных легковых автомобилей на первичном рынке также составило 59% на 41% соответственно. Как сообщал корреспондент Net, за весь 2017 год украинцы приобрели 82 300 новых легковых автомобилей или на 25% больше, чем в 2016 году. В Германии омолаживали автомобили для Украины. По материалам сайта newsgro.com.